сегодня провели очень хорошую длинную тренировку под руководством трехкратного чемпиона NBA Брюс Боуэна. Я под большим впечатлением, что я провел свой день рождения именно так. Постоянно сижу на сайте АСБ, увидел то, что нужно отправить заявку. Ну, незамедлительно это сделал, но ждал ответа, и мне повезло. Сделать российскому студенческому баскетболу, чтобы достичь уровня американского, ну, ребят, нужно просто работать. При всем уважении к тому, что вы сейчас умеете, нужно пахать гораздо больше. Дело не в том, из какой вы страны, из Америки или еще откуда. Дело в том, как вы работаете. Дело здесь только в отношении к труду. Возьмем Леброна Джеймса, лучшего игрока в мире. Он баскетбол и ест, и пьет, он спит в баскетбол. И мне очень приятно видеть, что лучший игрок в мире на данный момент демонстрирует такую страсть к баскетболу. Так что ответ на вопрос, как российскому студенческому баскетболу достичь уровня американского, очень простой. Нужно много и правильно работать. Я приехал из города Архангельска, выступаю в частном клубе БК «Двина» и играю за сборную области. Отработали много нюансов, на которые раньше не обращали внимания. Мне очень понравилось. Я думаю, я сегодня стал лучше. Ребята из Штатов, они тренировали там, и вот почувствовать хотя бы, не знаю, часть вот этого процесса, это было очень круто. Вообще, я сначала просто написал, мне не ответили, я такой думаю, я должен попасть сюда. Отправил фотку с Кириленко, нарезал свои вот видюхи, где защитные действия, говорю, вот я адекватный человек, я могу говорить на английском, я могу помогать переводить, главное, чтобы я попал туда, посмотрел на него, я даже могу посидеть и просто посмотреть и послушать, вот. Я вообще супер счастлив, что получилось так, что я даже поиграл, то есть потренировался. Я желаю вам получить хорошее образование, потому что баскетбол не будет длиться вечно. Знания никогда не бывают лишними. Играйте в баскетбол столько, сколько это будет возможно, потому что потом он поможет вам в жизни так, как когда-то помог мне. Мне удалось, например, повидать весь мир благодаря баскетболу. Баскетбол станет для вас опорой и даст много разных возможностей в будущем, о которых вы, возможно, еще даже не задумывались.